Черт. Дороги всегда черт. За мной можно не бежать, я сама подбегу. Так ты же сказала бежать за тобой. Я говорю не бежать. А до этого? Перетяните в канале в Дискорд. Куда перетянуть? Что-то я не понял. Может там кикали что-то, она говорит. То ли крыс каких-то искали, то ли еще не знаю, шпион. Друг, я в канале, но нет прав зайти как я. Киньте, пожалуйста, по ДК баф. Что-нибудь каску, кулак, все. Платок не осталось? Надо ей в чат, наверное, какой-то написать, что это самое. Не-не, я просто не понял. Я в канале, но нет прав зайти ко всем. Перетяни в Дискорде, пожалуйста. Он не здесь. Так если она подключилась, так может надо просто зайти? Ну, тыкнуть на войс? У нас нет такого запрета. Ну, я не знаю. Ну, это у нее что-то, не знаю, как там все выглядит. Слотов нет у вас? Но она тут была, так что я не, думаю, не критично. Так, ты ей бы главное сказать, что первая пати хилов, они остаются на рейдах или... Так, а где весь рейд? Можно узнать. Ребят, мы тут. Мы тут. Ты сказала не бежать за тобой, никто и не побежал. Бежали. Так, отойдите. Не наши, не наши, отойдите. После трогай. Не спульте его. Дайте ну, кто-то что-то из наших испулил, кто-то умер. Нет. Да вон рога. Нет. Не трогайте, блядь, чара тупая. Это тот Доди, который, блядь, вчера напишал полдня. Ой, сейчас будет. Чё, бить нет? Нет. Зачем? На нас метки нету. Ну его отведет, наверное, он сейчас прибежит. А я вот хочу от него убежать. Не убежал. На ком агро уйдите. Вообще на ком комбат есть, выйдите с этого. Что-то выжим. Борщик тупит, маленько тупит. Кто талантит? Наши танки. Зачем талантит? Ребят, с чего вы босса трогаете? Он не наш. Не трогайте вообще, пусть он этот выйдет. Поднимите. Ну, у меня он красный, если начать бить сейчас. Без разницы, какой он красный. На нас, ну, во-первых, да. Бафа нету. Да-да-да. Лока убейте лучше всех. Выйдите все с инста, ребят, ну это ненормально. На сторону карманников вышли. Там до хрен миллиард уже этих стоит, а вы стоите что-то. Выходите на сторону. На кого я сказал сторону? Странников. Карманников, да. Ты выйдешь? Да. Да, он уходит. Можем собираться. Как она может видеть Дискорд, но не видеть каналы? Я вообще без понятия. Мне кажется, надо, чтобы она в чат написала что-то. Может, бан какой-то, хуй знает. Нет. А так она видит, ну как бы она в Дисе, но она не видит канала. Может, она как-то войсы свернула, я что-то понятно. А как она узнает? Так, танки, вот где череп сейчас стоит, вот тут вот. Тотемы стоят. Вот в тотеме танчите босс. Возле меня никто каком не стоит. Из четырех? Да без разницы. Вот во всех четырех просто стойте, держите. Если к нам кто-то падло подбегает, убиваем. Ну окей, кто танчит первый? Тут нету майна, ее все потихоньку. По 400 стака держите на себе. Окей.
пошел на танк. Сука. Шипы. Мельки землю, РДДшники. Че это меня шотнуло? Ветер-то долейте, ребят. Я вот думаю, отдать объяву, что твой ролик на все спики. Ты запарилась уже, блин, бегать и хилить, блин, и бить. РДДшники, огонь, мелики, землю и ветер. Сзади меня кто-нибудь, закиньте красную лужицу вот эту. Чтоб там этот придурок не летел, не бегал. А, он в рейде сейчас стоит. Вот дебилушка. Он хилок вылезает. Хилы, встаньте, пожалуйста, между меликами и РТД. Да, встаньте по стеночку, у вас-то не так больше. Сейчас шпили буду. Мелики, огонь, РДДшники в землю. Просто сзади вот эти ДД стоят, туда вот эту лужу верхнюю закидывайте, пусть она там где-то фулл ребафните, ребят. Ветер долили. Дайте фулл ребаф, пожалуйста, прыгну. Так, давайте, у нас 15 секунд для того, чтобы перевести босс. Давайте под Геру переводим, все непонятно. 10 секунд, ребят, бурстаните, пожалуйста, все, что только можно, и там какой-то хрен за нас стоит. Не успеваем, не успеваем стопнить ДПС. Стоп босса, блядь. Выходите. Блять, ты сказала, не успеваем, стопните ДПС. Не, надо все равно стоять дальше бить босса. Ребят, вы как с пониманием русского языка? А что сразу Геру не дали? На его просто в доты, наверное, перевели. Ну да, 40 человек бьют. А мне показалось, или кто-то вылетел спать? Не знаю. Нет, никто не вылетел. Шестой друид. Что друид? Ой, ну, последний, то есть. Ну, вылетел со друидчо. На 15 секундах стопать, вы что, гоните? А ты выйдите, босса, ребят, отстаньте от него, пожалуйста. За 15 секунд его еще залить можно, ну если так. А стопнуть ДПС, просто убрать руки от кнопок, блин, можно на 3. И что? За 15 секунд ты не снимешь 4% в 40 тел? Под Герой. Все, встали, сбежали, обратно ребафнулись.
короче, на РТ зовут. Убиваем босса, идешь на РТ. Какой РТ? 12 часов ночи, чувак. Да, не восточно. Да, не восточно. Ребята, ну куда вы все ушли? Куда? Прямо около Наригорна. ПВПшники убивают танка. Никто не помог. Где? Рядом с Арамотом. А, медведь, ребят, медведь, медведь. Плуг сири вот этот. Скамхант и пал. Вышли, зарезали все, что только там есть. Да, вот они, пингую по карте. Тут Саня. Да, да, привет. Я видел, что ты писал. Ага, на нуле босса. Не чувствует. Мы все равно только еще на три босса только. На сегодня. Пока сбор еще идет, да? Да, пойдем. Да, пока сбор, так пойдем, что терять время будем. Ты потом писанешь, да еще он. Когда освободишься. А ты еще подтянул челика сюда тоже. Похилить. Маджики иди фармить. Нормально. Что-то из гильдии упустили, как надо, это бы хорошо. Нужен лог, кстати, какой-нибудь летел на сон.
Ну, заходите на сон, побежим. Время за ним тратить. Ссылка? Здорово. Ну, скорее всего, Ваня на три босса. Этот. Сегодня. А потом в среду опять допромался. Ссылка сделаем. Не думаю, что у нас хватит урона на него. Немножко приодеться. У вас уже фул, ребята? Нет, ты заходи. В любом случае. Какой голос? Тань, привет. А что это значит плюс один в ОС? Ну, автоматом в пати кидает тебе. А, понял. Дадон установил. Нашел. Точнее, не нашел, а спросил у своего Релос X2. Понял, понял. Главное вырубать его, не забывай. Чтобы посреди рейда людей не добирал. Да, я вырубаю, Вань. Это, бля, у меня у первого глюча. Зато удобная вещь. Когда мы, если ты здесь заходи, ты у нас рога пока на замену, нужен хоть один допол. Там бы в идеале ренессанс взять, у меня штаны уже есть, будет когда делать. Не знаю, но его пока нет, придет, возьмем его. Окей. Ты заболел, Боди? Ну если будет херово, скажешь. Да, нормально. Если будет херово, ты скажешь. Этот... Короче, смотрите, кому там нужно, что Джипси надо что-нибудь с боссов? С первого, второго, третьего. Какой босс? Ребро. Выпал пояс 250 старт. Давайте, ебать. Критхаст. А, так, Критхаст пояс покажи какой. Я его тоже и пошлю. Аня, с десятки. Критхастом. Есть десятки? Шмот. ЕПШ. Начинай с десятки лучше. Саня, нет, вот этот пояс я линканул с 25-ки падает. О, Art of Mag 8200. Все, Джипси, давай на замену тогда. Не, Вова, ты на... тебе только второй босс ППХ подавай на замену, ты на Калада как танк пойдет. Третий. Юй Пахуан, ты на Калада с Ацуной в рейде. Ну, пока так. Идем. Если кому-то еще надо, как от Сила бухой кто-то с босса скажет. Ну, тапки, я думаю, Петя заберет. Да, Петя? Или нет? Какие? Или тени Крит РПБ. Следи, что ли? Нет, я их не буду брать. Нет? А, ну окей. Ну разберешься тогда. Я бы собрал, maybe. Ну так заходи, плюс твой будет пикать. Ты с этим. С троянским там. Требра буду забирать. Что, Коль, сколько у тебя ИП там? 1500. Пиздец, не а там много кто за этими ботинками будет, так что это... А я не буду одевать все, я сразу говорю. Что, заходи, good help, my league.
Что там? Где мои липы? Я тоже на замену. Если ты на замену. В прямом. Почему? Ну, моя цель присутствие и собрать ТП, все. Пиздец, моя. Давай моя цель тоже присутствие и собрать ТП. Иди, давай ты РЛ. Тогда. Хорошо. Ну давай, все. Но я на замену, ты иди, РЛ. Моя цель присутствие собрать ТП. Пиздец. Я вчера все сейчас писал. Что ты сейчас сказал? Саш, я не хочу возвращаться. Ну давай возвернемся к этому, чё ты? Давай вернемся. Ну давай. Смотри, Саш, ты говоришь, ты против твинков, потом сразу резко говоришь. У меня ну, есть еще ну. ТК, у меня есть это, я могу так сказать, могу так сказать. Если кто-то надо тебе в рейде, ты просишь человека того же самого, Трояныча и прочее. Пошли там за танка, туда-сюда сходим. То есть, а, это твин. То есть, ну ты говоришь, ты против твинков. Ваня у нас в гильдии, ДЦшкой, но ходит варом и забирает вещи на вара. И сейчас сидит, говорит, я бы забрал на вар, но он мейном, ДЦшкой. И ты мне сейчас говоришь, ты против твинков. Когда я тебе сказал, Саша, я вначале повторю, я хочу быть ретриком. Ты нет, ты холик. Хорошо, ладно, убедил. Но когда, знаешь, вот вчера началось с того, что люди ролят на все спеки, как попало, я вот реально вчера сгорел. То есть, мне нельзя, а кому-то можно. Он ролил на все спеки, сейчас скажи. Ну, Пахлаван. Давай он начнем. На танка ролит. Он на танка ролит, он в Т4 в танке ходит. Вчера было сказано, идем одевать ДДшников, чтобы усилить нас урфанга. Все согласились с этим, и все ролили печеньки до этого. Все согласились, потом начали ебашить танки. Я предложил, раз вам вас это не устроило, я предложил второй вариант. Хотите, рольте. Ну, тогда срок перенесется на несколько недель. В чем в этом проблема? Потом все равно мы пришли к тому, что ДДшники ролили. Смотри, я также могу сейчас взять на холли пала Т4 скорость крит и также ролить эту ИП-шку. Вот так ведь оно получается? Тебе это кто-то мешает делать? Бери. Ну, если ты хочешь, если ты считаешь, что так лучше будет. Сказал, если ты будешь скрит, я тебе не дам. Подожди, я не говорил тебе, я тебе не дам. Этот, начнем с твоего, если ты будешь скиллить лучше, и так, или хотя бы так же, Т4, пожалуйста, ходи, Т4 твое право. Если ты будешь получше скиллить. Или так же, как минимум, Т4. Что дальше тебя не устраивает? По поводу ретрика, ну, спека все хорошо, своего ретрика не было тогда, холли пауэр. Я, блин, сам на 20 персонажа, на 3 иногда заходил, когда нужно было, потому что у нас не было каких-то классов. Мне тут, то есть ты говоришь, ты против твинков, но почему-то ты ходишь и ДКшкой, пишешь, я могу ДЦшкой помочь этим. Но это разве не когда? Твинков? Вчера хотя хорошо. Бы в этом были. Хорошо, давай начнем с этого. Я когда хожу тем или иным классом, я хоть одну шмотку забираю, начнем с этого. Да, ДКшкой ты забирал. При мне ты забирал. Мне сейчас бы. Это твинководство, да, Саша? Против которого ты? Да, это твинководство. Ну против, потому что у нас не было в тот момент танка. Ты танчил на груле магики. Ну я же заходил, танчил на своего. Ну какие-то ключевые шмотки я не забирал. Мне бы сказали, я бы танчил. У меня есть спек, есть шмот. Но почему каждого просить должен, Жень? Ну-ка не проси, почему? Скажи, спек из танка. Да, не это не просьба, это нормально. Так откуда он должен знать, что у тебя есть спек, есть шмот? Хорошо, Вань, давай к тебе. Смотри, давай. Почему ты имеешь, вот заходишь в рейд и обкладываешься письками. Блять, это мы что, не люди что ли? Что мы затупили? Что нельзя нормально сказать нам? Жень, сколько контенту времени? 20 лет? Немного. Но... Сколько видео на Ютубе? Сколько раз объяснялась тактика? Сколько раз я говорю? Не про тактику, не про это. Почему нельзя нормально сказать? Мы люди, а не обкладывать их письки. Как ты это последнее время делаешь? Я ему уже про... Давай конкретно. Ну а как конкретно? Прошлое ЦЛК, мы пошли с Соулфанга троить. Вспомни, сколько из тебя негатива и говна вылилось на весь рейд. Вот это конкретно.
Вот ты заходишь. Бля, Жень, давай вот будем стоять и просто бить босса. Похер на тактики, похер на спылы босса. Просто будем бить боссов. Потому что мне так хочется. Ваня, так это можно нормально сказать. Я не говорю, что ты что-то не по делу сказал. Я говорю, это нормально можно сказать. Все мы люди. Нормально люди не слышат. Ну так обращайся отдельно к этим людям, которые не слышат. Переписывайся с ними. Я вот не хочу слышать негатив общий вот в этом, в рейде. Дальше. У тебя мейн ДЦшка. Почему ты идешь варом и забираешь? У меня не мейн ДЦшка. Мейн вар. Не-не-не. Когда мы заходили, тебе сделали обалдуя, сделали, начисляем на него ИП, и ты сказал, ты будешь рейдить ДЦшкой в нашей гильдии. Я ж тебе говорил уже. Я некоторым людям позволил сменить спек типа Юи бесплатно, Ване и еще некоторым людям, Элему одному, потому что они попросили раньше. Юи, у нас не было танка. Вот как раз таки, чтобы ты, как ты говоришь, не было твинководства, как я ходил на ДКшника, Юи стал танком. Он попросил, ну, как бы мы с ним договорились, он стал танком. Потому что у нас не было танка. Андрея нет, Балахо, этот как там его, Падаван тоже, не скажем так, ливнул. Пинаковада, Вова периодически заходил, не заходил. То есть у нас по факту не было постоянного ни одного танка. Я ему дал возможность поменять.